вот мы в ожидании нашего поезда, нашей отправки через минут 10. Мы поедем на этом прекрасном, быстром поезде, который достигает до 350 км в час. Фреча Росса, Красная Стрела. Производитель Трейн Италия, что переводится «Поезда Италии». И здесь мы видим, когда люди приезжают, уже выходят отсюда. Как вам такой экранчик домой? Два рекламных экрана. Есть также Фреча Ардженто, это серебряная стрела. А здесь вот обычный старый поезд. Весь вокзал снабжен таким большим количеством баров и кафешек, так что вы не устанете пить прекрасного капучино в ожидании вашего поезда. Только старайтесь не переувеличивать капучино тонкий. Ну ладно, счастливо.